Всем привет, с вами канал Правильный Выбор. Сегодня расскажу про телевизор LG 65 Nano 966PA. Для начала предлагаю включить колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить новый обзор. В описании к видео найдете ссылки на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 7680 на 4320, подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. LG NanoCell превосходит стандартные LCD-телевизоры благодаря технологии чистых цветов. В сочетании с дисплеем, способным воспроизводить изображение в настоящем 8К, чистые цвета обеспечивают высококачественную картинку и создают эффект полного погружения. В LG NanoCell используется уникальная нанотехнология, позволяющая фильтровать и улучшать качество цветопередачи, удаляя некорректные оттенки, возникающие в RGB-сигнале. Благодаря этому вы видите на экране только чистые и точные цвета. В результате вы можете наслаждаться более насыщенным и реалистичным изображением. Абсолютная точность цветопередачи телевизоров NanoCell обеспечивает реалистичное изображение при любом угле просмотра. Телевизоры LG NanoCell не боятся темных изображений. Благодаря полноматричному затемнению экрана NanoCell точно контролирует подсветку отдельных светодиодов. В результате вы можете наслаждаться глубоким черным цветом с минимальной подсветкой, обеспечивающей отличный контраст и детализацию изображения. Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройку изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки. А Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук. Это потрясающая комбинация, обеспечивающая впечатляющий кинематографический опыт. Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения. Интеллектуальный процессор использует алгоритмы глубокого обучения для анализа просматриваемого контента и преобразования ненативного 8К контента в потрясающий 8К с эффектом полного погружения. В результате вы можете наслаждаться более четким изображением с более высоким разрешением и уровнем детализации даже при просмотре на большом экране. Телевизор LG NanoCell восхищает не только качеством изображения, но и эстетической привлекательностью. Тонкий минималистичный дизайн телевизора позволяет закрепить его на стене совсем как картину, расширяя пространство и делая его по-настоящему изысканным. Размеры телевизора 145,2 см в ширину, 83,9 см в высоту, толщина 4,49 см, вес 29,7 кг, а цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 400 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы: 3 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 4 HDMI 2.0, 1 Optical Audio Out, 1 Satellite In, 1 антенна, 1 CI+, 1.4. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 6.0 Smart TV. Доступ к Apple TV, Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные трансляции – все в одном месте. Чистые цвета и экран, созданные с использованием самых современных технологий, превратят ваш дом в настоящий кинотеатр. Улучшенные технологии HDR и Dolby, а также новый режим просмотра фильмов подарят вам истинное наслаждение от просмотра кино. FilmMaker Mode отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман. Основу LG NanoCell составляет интеллектуальный процессор Alpha 9 4-го поколения 8К, революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически, поэтому вы всегда получаете лучшие впечатления от просмотра.
LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль. На новом главном экране показаны персонализированные предложения по контенту. Новый главный экран обеспечивает удобный доступ к избранному и позволяет управлять подключенными устройствами. Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса. Телевизоры LG Nano Cell подарят вам уникальный опыт просмотра спортивных соревнований. Объемный звук, подключаемый через Bluetooth, создаст в вашем доме атмосферу стадиона. Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной. Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента. Выходная мощность 40 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков и по 10 Вт на каждый из двух сабвуферов. В интернете нет отрицательных откликов, только положительные. Хорошая матрица передачи изображения. Тонкие рамки, экран будто парит в воздухе. Черный цвет на самом деле черный, засветов нет. На сегодня все, делитесь опытом использования и мнением в комментариях, а также поддерживайте канал лайками. Ссылки на магазины с лучшими ценами вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!